Ульяновские спортсменки Софья Сергеева и Екатерина Убанеева вернулись домой с медалями. Спортсменки успешно представили регион на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Нижегородский Кремль». В весовой категории до 52 килограммов соперников превзошла Софья Сергеева. 15-летняя спортсменка занимается жимом лежа всего год. Но ей удалось завоевать на соревнованиях свое первое серьезное золото, выжив 97 килограммов. Это не рекорд девушки, но и данный результат на соревнованиях оказался лучшим. Золотая медаль для меня – это большой смысл в моей жизни. Это то, ради чего я тренируюсь каждый день. И получая эту золотую медаль – это для меня большое счастье и большой успех. А вот Екатерина Убанеева в своей весовой категории завоевала серебряную медаль. Поднять заветный вес девушке помешало плохое самочувствие. Основной задачей соревнований было выжать 115 килограмм, но, к сожалению, из-за погодных условий, из-за жары это сделать не удалось. Но я обязательно постараюсь это сделать в следующий раз. Интенсивные тренировки продолжаются. Впереди чемпионат Приволжского федерального округа, который пройдет в октябре. Ульяновские спортсменки уже готовы завоевать новые медали.